Купили мы тут как-то шоколад вчера. Все бы ничего, но этот специфический вкус. Вы представляете, в Корее есть шоколадка со вкусом хлеба с чесноком. Ем я это удовольствие первый раз в жизни. Такое чувство, что я ем сладкий жир в виде белого шоколада с хрустящими шариками и с жутким ароматом чеснока. Привет, ребят! Канал Белка Фэмили. И как вы помните, меня зовут Таня. Как вы уже видите, я тут собралась уже. Мы сейчас пойдем с Чонгом в торговый центр. Большой торговый центр под названием Starfield. Итак, я оделась максимально удобно, так как ходить придется долго. Возьму сегодня с собой свой рюкзачок, так как мне с собой нужно взять дополнительные портативные батарейки. Я же всегда с собой беру видеокамеру. Погнали! Ребят, я не знаю, слышите ли вы этот звук, вот этот звук издает цикада. Я так хочу посмотреть на нее вживую. Но здесь сомнение, но мы. Надеюсь, вам видно. Это, в общем, что-то наподобие большой такой звонкой мухи. Почему мне так захотелось посмотреть вживую? Потому что в наших странах такой живности нету. Часто, когда смотришь корейские дорамы, либо же аниме японские, там вот часто слышен этот звон. Довольно-таки шумное насекомое. Да, этот торговый центр выглядит весьма внушительно. В общем, мы приехали, сейчас будем проникать внутрь. Посмотрим, какие магазины есть в Корее. Я уже вижу, что здесь есть Декатлон, есть Дайсон, Зара есть, BMW, Hyundai. А тут даже машинами здесь торгуют. Subway number. Скидки на ГЭС. А this is outlet. Даже бархатный ванс есть. Ничего себе. Первый раз вижу. Не знаю, это странно, что мне нравится вот такой крас. Всякими глазами, частями тела. Я просто безумец. Получается 60% скидка. Чонгу нравится, в общем. Вот эти вот. Адидасы. Я Nike люблю больше, чем Adidas. Но почему-то здесь прям на скидке Nike не сыскать. Он проголодался. Мы просто не завтракали, не обедали еще. Зара в два этажа. Oh, Discovery have. В общем, что я вижу? Здесь много мне непонятных производителей. Но в целом есть и мировые известные бренды. Все как и везде. Vans, Levi's, Adidas, Reebok есть. Корейский производитель Ли. О, сейл 50%. Adidas, Nike, all have. Сейл, 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 сейл. Чонгу нравится вот такая обувь. Считаю, что на эту обувь просто сумасшедший бум, и все покупают. Это Nike. Какая-то невероятно чудная коллекция. На эту обувь сейчас скидка. Ну, в общем, корейцы по этой обуви тащатся. Ну, а я как бы не понимаю.
очень популярная игра, видимо, в гольф. Потому что из этого делают целый культ и моду здесь. You can buy only this car. No buy. А здесь is... О, Дайсон. Мечта многих женщин. Здесь хомы. Как вам такой монитор? И вообще, если уж серьезно говорить, Чонг приметил то, что в Грузии, в России, в Украине, в Беларуси, там, где мы там путешествовали, микроволновки, кофемашины, телефоны, телевизоры, все это у нас гораздо дороже стоит, чем здесь. Чонг как кофеман сразу пришел сюда, кофемашину смотреть. У нас дома есть кофемашина, но она уже старая, и он грезит мечтами о новой. Do you want new coffee machine? Yeah, yeah. Here? Mm. Right now? Ага. Coffee machine? Automatic. Угу. Dream this. Чем мне нравится Корея, это то, что она богата ассортиментом товара. Очень разнообразные модели, и милые, и классические, разные аксессуары. У нас такого нет. Сейчас я вам покажу это. В Корее очень много умных, красивых вещей, что облегчает жизнь человечеству. Телефон тебе не нравится. Why? Слишком быстро садится батарея. Смотрите, как здесь заказываются блюда. С помощью телефона к вам никто не подходит. Сканируете карточку, таким образом вы оплачиваете данное блюдо. Смотрите меню по штрих-коду, для меня как бы это уже давно не новость, не секрет. Сейчас рестораны очень часто делают такое меню, это очень удобно. Но чтобы уже можно было и заказать в этом же приложении, и плюс еще и оплатить. Здесь прайс? 23 тысячи вон, две порции. Короче, здесь все показывает. Оплата произошла. Готовится и когда уже будет готово. Интересно, да? Не нужно даже контактировать с официантами. Кстати, в Корее нет чаевых, так-то, если что. Когда вы заказываете еду, вы уже четко знаете, за что вы платите. Нет никаких там дополнительных расходов. За воздух, там, за место, на котором вы сидите, за стол и все такое. Мы сейчас будем трескать японскую кухню. Я это тоже буду есть впервые. И там будет рис опять. Но хотя бы его будет немного. С лимоном немного сладко. Но мне нравится сочетание. Ну, рис как рис. Без соли, без ничего.
Это вкусно, потому что я люблю жареное, я люблю сыр. Здесь еще есть мясо, по-моему, это свинина. Это все в панировке. В общем, не знаю, ребят, это какой-то напиток, теплый. Такое чувство, что это кипяченая вода с добавлением соевого соуса, немножко с ароматом дыма. Мы зашли в магазинчик Artbox. Это магазин тоже каких-то всяких милых, мимишных вещей. Посмотрим. Мышка в виде Пикачу. Крео-чин-чан. Ребят, смотрите, это Какао Френд. Я думаю, что ни для кого не секрет, что есть такое приложение, популярное в Корее, Messenger, это Какао Толк. Там есть такие всякие эмоджи, смайлики, и эти все эмоджи и смайлики находятся здесь в магазине, и фанаты могут их приобрести. Вафельница Какао Френд. Столько классных мимимишностей, ребят. Кастрюльки, все есть. Носочки для стульчика. Как вы уже поняли, ребят, мы зашли в H&M, я не могла не зайти. Мне хочется посмотреть, что здесь продается. Зашли в какой-то японский магазин недорогой одежды. Я хочу померить такие топики. Вот футболочка с вырезом квадратным. Вырез, кстати, не глубокий. Здесь, так скажем, страна неглубоких декольте. Ну, такие, что вроде ничего, но все какие-то короткие. Чёрному нравится черный. 105, первоначальная цена, и сейчас 42 тысячи. Мы уже находили, пришли стрескать мороженое перед уходом. Заказали мороженое пеппинсу и попить какой-то лимонад. О май гад, this is monster. Тут мороженым можно Африку накормить. Ребят, что выбрать? Здесь вот эгг, здесь той. Всякая, короче, бредятина различная. Не знаю, что это, но что-то сейчас выиграем.
Короче, люди, которые фанатеют от покемона, они собирают вот такие карточки, их можно приобрести вот в этих автоматах. Прикольно. Значит, чё он говорит, что постоянно ребенок. А сам меня в этот детский магазин затащил. О, здесь магазин Лего. В отдел для девочек.